Ну ты чё, Яныч? Мы же еще в клубе договорились, что друг другу как будто уже 1000 лет знаем. Да-да-да, ты так угадал с самбукой. Знаешь, я только с одним не угадал, что ты сразу литр выживешь. Нормальные люди на втором стакане заканчивают. Давай-давай. Боже, как это классно! Да. Через каких-то 5 минут мы с тобой станем законным мужем и женой. 100%. А потом, как обещал, свадебное путешествие. На Бали? Конечно. Но вначале ко мне на Борщаговку. Боже, какой ты романтик. Какой романтик? Ну, если бы не твои принципы, я бы тебе давно уже где-нибудь на пляже сейчас. Серёня! Я тебе сказала, что до свадьбы ни-ни. Да я что, против, что ли? Ну, маленький пробничек секса, может, для начала. Серёня, ты особенный. Да я обычный. Я говорю, особенный. Ну, что ты все, свадьба-свадьба. Может, для начала приглядимся, а? Притрёмся, причпокаемся. Боже, как захотелось попудрить носик. Я сейчас... Без меня не женись. Давай, давай, я подожду. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Сережа, а ты какими судьбами здесь? Может, нашел меня, чтобы извиниться? Долго выслеживал, где я работаю. Работаешь? Да, Сереженька, представляешь, люди работают, в отличие от некоторых. Что, пришел опять денег занять? Господи, смотрю на тебя и поверить не могу, как я могла с тобой прожить 10 лет. А у тебя все по-прежнему, да? Все так же по клубам за малолетками шатаешься, да? Куришь всякую гадость, пьешь всякую дрянь, да? Нет, с этим я завязал, точно. Да, еще скажи, что ты за рулем пьяно не ездишь, да? Слушай, Марш, я вообще случайно зашел. Я пойду, пожалуй, все. Ой, слушайте, а я уже переживала, что вы там уснули, и никто нас с Серёней не распишет. Распишет. Серёня. Да? Такое красивое имя. Серёня Лопатуня. Вы знаете, а мне кажется, ему больше подошло бы имя Антон. Потому что... Или Тарас. А, мама, я танцую! Под нашу! Давай, 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 давай! А ты злопамятная, Марусик. Специально сюда устроилась, да? Чтобы нам праздник испортить, да? Это еще ничего, Сережа. Моя мама в церковном хоре поет. А мы венчаться не собираемся, знаешь. А мы тебя отпевать будем. А вы, наверное, невеста? А не надо завидовать! Вы такая нарядная. Да. Прям с утра нарядились? С вчерашнего утра. Господи, как хорошо, что мы с тобой развелись. А вы знаете, что у нас, Серёня, была прям вот любовь с первого взгляда. Вот мне кажется, что вот я о Серёже прям знаю вот все-все-все. Да вы что? Боюсь, далеко не все. А вот Серёня, он, знаете, он не такой, как все. Вот мы с ним решили, что в честь нашей любви мы набьем татуировки на груди с именами любимого. Да. Простите, а как зовут вашу невесту? Невесту? Как зовут тебя? Яна. Спасибо. Яна! Боже, как вам повезло. Ведь у Сережи уже есть такое тату. Как? А, Яночка, ты подпудри носик еще, пожалуйста. Так да? Я уже пудрила. И уши под шапку заправь заодно сходи. Послушай, что ты выпендриваешься? Я же уходил, все тебе оставил, а? Долги и дети? А этого мало. Я просто не понимаю, чем она лучше. Ну, слушай, ну, у женщины должна быть загадка. Твои загадки я все разгадал, мне с тобой скучно. А тут прям загадка вселенной.
Вот прям не знаешь, что ты первый от нее подцепишь, да? Вот прям решил жениться на этой загадке. Что ты несешь? Ну, сейчас у тебя распишемся тут, ко мне съездим быстро и вечером разведемся у тебя же. Нет, дорогой, на развод у нас длиннющая очередь. Очередь? Очередь? Боже, Яна, у них Филин! Тут очередь, у них закрываются, все, пошли, пошли. Филин, подожди, мы же сюда так спешили, что Сирюня даже сел пьяным за руль. Первый раз в жизни. Знаете, что я думаю? Что и вы у него первая. Да ладно? Да ладно? Да, да. Да? Ну что ж, перейдем к церемонии бракосочетания. Слушай, я вот тут так подумал, может быть, не сегодня. Я посмотрел лунный календарь, сейчас лунное затмение, надо уходить. Сирюня, я же не суеверная. Вот как раз таки в точно такой же день, прекрасный день, моя подружка выходила замуж. И закончилось все прекрасно. Муж умер, квартира ей. Я согласна, откладывать никак нельзя. А, кстати, кто будет оплачивать услуги ЗАГСа? Да, кстати, Яночка, может, ты оплатишь? У меня просто все деньги на карте. Да. А у нас есть терминал? Да. Пин-код сложный, забыл просто, ты знаешь. А я могу напомнить? 4-0. Ладно, давайте поженимся, потом оплатим. Боже, как он хочет на мне жениться. Всю жизнь об этом мечтал. Да. Слушай, я тут подумал, может, все-таки венчание, а? Сирюня, подожди, ты же сказал, что ты атеист. А ты знаешь, я вот тебя встретил и сразу уверовал. Это же не может совпадением быть. Итак, влюбленные, возьмитесь за руки. Отныне ваши души связаны двумя нитями судьбы. Нежной и крепкой нитью невесты. И не такой уж крепкой, как в молодости, а точнее сказать, болтающейся ниточкой жениха. Боже мой, две ниточки! Это такое ощущение, что я так... По клубочку к тебе шла. Я вас умоляю, какой там клубочек? Так, обрезок. Сегодня здесь ровесница Инстаграма и ровесник бобинного магнитофона. Вы просто созданы друг для друга. Как бабочка и козел. Как нежный цветок и баран. А побыстрее можете? Это как все? Голубка и гулящий кобель. Быстрее! Эх, молодые, все время торопятся. Видимо, ниточка с каждым днем все слабее. И Сережа в 50 может в 55 стать Сирунишкой. Какой-то странный у вас текст. Но так пробивает на слезу. Да. Вы знаете, нам тексты само Министерство культуры пишет. Да. Согласен ли ты, скотина? Кто? Ой, Сирюня. Испортить жизнь еще одной молодой и перспективной девушке. Да, то есть нет. Как нет? О, Сирюня, ты сказал нет, он сказал я нет. Я сказал, в смысле нет, в смысле, ладно, все, да, да, да. Он сказал да. Прошу вас закрепить свое желание клятвой. Давай. Жених, повторяйте за мной. Я. Беру тебя в жены. Беру тебя в жены. Обещаю любить и оберегать. Обещаю любить и оберегать. Потом брошу и уйду. Потом другой. Брошу и уйду. Тупой, но сиськами. Другой, но сисяс. Ты что? Что? Простите, про сиськи это тоже министерство писало? Мне нравится это министерство. А вместо вальса Мендельсона звучит любимая песня Сирюни. Возвращался с кабака, очень поздно вечером. Дождь на голову мою, лил и лил и лил. Вижу огонек.
посвящал в караоке. Блин, как это романтично. Ломбард, запой, тотализатор. Весь жизненный путь Сергея. А сейчас, молодые, прошу вас обменяться кольцами. Я смотрю, Сирюня так и не решился коронку переплавить. Властью, данной мне Украиной, а также 10 годами, отданными не пойми кому, объявляю вас мужем и... Ян! А! Сгоняй за колой, а? Ты что, Сирюня, ты же самое интересное! Ну что сейчас потом отмечать-то, а ты вискарь без колы не пьешь все равно. Какой ты заботливый. Сейчас вернусь. Марусечка, ты знаешь, ты права, ты знаешь. Все забегался, как-то заигрался. Все думал, 18, оно уже... Понимаешь, может, ты меня простишь еще раз? Я вот сейчас все так осознал, а? Не выдавай меня за нее, прошу тебя, мне нельзя. Знаешь что, Сирюня, женщине в 40 уже не нужны 18-летние оправдания 50-летнего мужика. Все-таки у нее действительно нет того, что есть у тебя. Мозгов? Претензий! Сирюня, колы не было, я взяла пивоса, правда он теплый, ничего? Совет вам, да, любовь? Горько! Спасибо, осветители. Прекрасно выставили свет. Итак, съемочная группа, напоминаю, осталась последняя сцена, эротическая. Где наш дублер? Дублера на площадку, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, я дублер. Вы дублер? Да, я дублер, причем только эротических сцен. А где актриса? Она сейчас придет, она в гримерочке переодевается. Ну, отлично. Скажите, пожалуйста, мне по секрету, почему главный актер отказался от постельной сцены? Актриса страшненькая. Ничего, ничего, мне не привыкать. У меня случай был в карьере. Актер отказался сниматься в постельной сцене с обезьяной. Ну, по религиозным соображениям. И вызвали меня. Вы бы видели, как я сыграл. Обезьяну. Нет, актер не отказался, у него просто перелом ноги. Понял. Так, сломал ногу, да. Бог с ним, бог с ним. Смотрите, я сценарий не читал. Съемки, роли, понимаете. Скажите, у меня много слов. У вас вообще нет слов. Нет. У вас там одни звуки. А, О и М. Классика, обожаю. А, О, М. Поберегите силы. Скажите, у нас фулл контакт или обозначаем? Обозначаем. У нас только крупные планы. Рука на груди, несколько поцелуев, пару движений под одеялом, и все, вы свободны. Жаль, жаль. Вы так не раскроете мой потенциал. Да. Я же учился, кстати, по системе Станиславича. Кого? Станиславич, друг Немировича Ганчика. И чему же вас там учили? А меня там учили полному погружению в актрису. Вы, наверное, хотели сказать в роль. А, да. Хотел сказать в роль, а хочется погрузиться в актрису. Понимаю. Тогда пригласим актрису на площадку. Давайте, давайте. Актрису, пожалуйста, на площадочку пригласите. Вау! Ничего себе. Да. Пройдемся сразу по тексту. Так, да, Белочка, давайте порепетируем. Это Белла, это как вас? Вальдемар. Дублер. Итак, значит, Белочка, говорите вашу фразу. Возьми меня прямо сейчас, я вся горю. Конечно, возьму тебя, моя киса.
Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мяу-мяу. В смысле, стоп! Что? Откуда текст? Ну, я импровизирую. Нет-нет-нет, никаких импровизаций, мы работаем строго по сценарию. Ну, ладно, хорошо. Итак, вы готовы, Белочка? Да. Вижу, готовы. Вы готовы? Готов, готов. Так, приготовились. Камера-мотор. Я тебя еще сейчас задублирую. Прекрасный настрой. Начали! Белла! Ты долго? Так, я не понял. Стоп, почему посторонние на площадке? Ой, а это мой жених Вася. Он просто посмотрит съемки, он мешать не будет. Чё ты стартуешь? Я просто тут посижу, понял? Просто подивлюсь. Конечно. Жених? Так, стоп. А вы это куда? А я пас. Стоп! Стоп, стоп, что значит пас? А? Что не так? Он не так. А что с ним не так? Она же сказала, он просто посидит, мешать не будет. Ведь, Белочка, вы раньше снимались в эротических сценах, правильно? Я? Конечно, снималась. Но это было до знакомства с Васей. Белла, ты же обещала. Вася, ну это совершенно другое кино. Тут со словами. Кстати, со словами у меня это в первый раз. Видите, у нее это в первый раз. Да, у меня это может быть последний. Так, послушайте, у нас сегодня последний съемочный день. Завтра в павильоне будет снимать совсем другой сериал. Осталась одна сцена. Мы должны ее снять сегодня. Ну вы должны, вы снимаете. Так, стоп, что значит вы должны? Вы же наш дублер, правильно? Вы специально для этого вызвали. Давайте, приготовились. Начали. Возьми меня прямо сейчас, я вся горю. Что такое? Вам плохо? Плохо, плохо. Принесите... Таблетку? Виски. Не для храбрости. Какое виски? Вы чего? У нас на площадке не пьют. Приготовились, настроились. Пошел. Пошел. Стоп! А? Куда пошел? Вы сказали пошел, я домой пошел. Я думал, это домой просто вы говорите. Нет. В кадр пошел, в сцену пошел, к актрисе пошел. Как... Покажи мне страсть. Ты ведь хочешь актрису? Да я, если честно, больше жить хочу. Но мы можем начать уже снимать, а то меня жених ждет. А? А? Жених ждет. Не будем заставлять его ждать. Так, приготовились и начали. Начали. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Давайте завтра. Просто поймите, у меня уже настроение упало. Да и боюсь, оно уже сегодня не поднимется. Так, стоп. Во-первых, откуда текст опять? Вырвалось, простите. И во-вторых, что значит настроение упало? Поднимите как-то ваше настроение, я не знаю. Взбодритесь, зарядитесь. Ну, вы же говорили, вы снимались раньше. Да, давайте, да, приготовились. Да. Подождите, дайте мне оружие. Зачем вам оружие в постели? Для самообороны. Какой самообороны? Ну, мало ли, на меня в постели кто-нибудь нападет. Да никто на вас не нападет во время сцены. Вы уверены? Я режиссер, я знаю сценарий. Вы да, а Вася не знает. Потому что Вася не дублер, а вы да. Дублер. Все понятно, приготовились да. И... Стойте, стойте. Мне нужен дублер. В смысле дублер? Вы же есть дублер. Позовите дублера. Да нет такого дублера. Ну позовите главного актера. Я же вам сказал, он сломал ногу. Сам сломал? Или ему кто-то помог? Сам. Вот как раз-таки вчера после съемок Вася подвозил его домой.
Так тот выходил из машины и случайно оступился. Ага, так и было. Так, так, все, стоп, стоп, все, стоп. Меняйте мне актрису. В смысле? Это мне не нравится. Что? Ой, вы неправильно поняли, я имею в виду, она мне очень нравится, очень. Я ее даже хочу. Шу-шу. Нет, я не хочу. Какой придурок ее захочет? Шу-шу-шу. Мамочки. Что вы как маленький? Вы же профессионал. Мы вам гонорар заплатили, давайте работать уже. Я верну вам деньги. В смысле? Вы знаете, что если вы возвращаете гонорар в день съемок, то с вас снимают штраф в 10-кратном размере. Сколько? А сколько вы думали? Аренда помещения, павильона, камеры, свет, это все... Свет, свет! Давайте выключим свет. И снимем это как в жизни, а? Ну просто, это же интим, а? Давай, да. Собрался, давай. Настроился, ну как надо, я... пошел с одного дубля, сделал все как я надо. Я могу! Давай! Давай. Я могу! Давай. Поехал! Включай! Вася, ну я же тебя просила, ты же обещал не мешать. Белочка, хочешь... просто психну. Молоко, манка, пенал, рюкзак, аттестат, кастинг, апчхи. Что вы несете? Вся жизнь перед глазами пролетела. Так, давайте еще разочек сначала. Сначала его не было. Начало сцены. Хотя нет, давайте лучше с Белланных слов. Давайте. Белочка, профессионал, Белочка, покажите, как надо. Зажгите тут, как Жить. Надо, так, чтобы аж все захотели. Давайте. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Горишь? Ну вот, у актрисы температура. Вызовите скорую, подозрение на коронавирус. Какой нафиг коронавирус? Вот такой вирус. Тут 100% поражение. Белочка, что долго? Вася, ну просто актер не может раскрепоститься. Я сейчас встану его раскрепоздю. Не надо, я сам. Сам. Успокойтесь. Давайте по-другому сыграем эту сцену. Давайте нежно, душевно, спокойно. Да, приготовились, Белочка, с вас. И начали. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Что вы стоите? Садитесь. Ближе к актрисе, да. Я говорю, ближе. Еще ближе. Черт с вами, раздевайтесь уже. В студии прохладно, я в одежде буду. Ладно, тогда ложитесь рядом с ней. Я посижу. Беритесь уже за грудь. Хорошо. А. О. А. Да не себя за грудь берите. Ее за грудь берите. Ее? Ну да. А можно она меня возьмет? Берите ее за грудь. Понял. Очень наша женщина не беседует, садится и не знает. Надеюсь, остается забыть волю. Да не бубните, просто возьмите за грудь и все. Эх, была не была. Это что, по-вашему, грудь? Ну, не такая мягкая, но тоже кругленькая. Займитесь уже сексом с ней, я не могу. Сексом? Нет, я не могу сексом. Стоп! Я не могу сексом. Что ж, зажатый-то такой, ну, расслабьтесь. Представьте, что здесь только вы, Белла. Да. Больше никого нет. Никого. И вы сейчас с Беллой займетесь любовью. О, а можно с вами? Так, настроился, собрался, залез на Беллу, взял за грудь. Приготовились, начали! Ой. Что вы остановились? Он на меня смотрит. И что? Я по глазам вижу, что если я сейчас не остановлюсь, он со мной сделает это же самое.
Белочка, це точно драма про кохання? Бо це ніби в порнусі знімається. Ну, це просто актера ступор. Брата, та невже так важко? По сценарію встань, Бела, встань. Я покажу. Ліг, лежу, ляж біля мене. Возьми меня, я вся горю прямо сейчас. Ляж. Ляж, бо голову відкушу. Руку на груди поклади. Не надо, пожалуйста, пожалуйста. Встав руку. Алло, куми, привіт. Де я? На масажі. Що? Та я кажу, не треба його вбивати. Просто руки йому повидьорви. Ой, я вибачаюсь, я вийду, 5 хвилин переговорю. Я... Белочка, я зараз повернусь. Да. Так, так, так. Ви слышали? У нас є 5 минут. Давай, включай камеру. Камера! Поехали! Начали! Отлично! Да-да-да-да! Белочка, я зараз повер... Що? Це по сценарію! Я завжди знав, що ти на зйомках мутиш! Чуєш ти, дубльор, сюди йди! Не їж мене! Не їж мене! Сюди! Яна, просыпайся! Быстрее, просыпайся! Это вопрос... Что? Что? Жизни и смерти. Какой? Черт подери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Так. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня... Половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и ту же ролевую игру. В смысле? В коромысле, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракции отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флюорография – это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут. Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Вон Ковальчука помнишь? Ну со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна! Ты что, не понимаешь, что ли? Я если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс. И если пульс прыгает, то значит человек нервничает и, скорее всего, врет. То есть ты и во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю. Давай быстрее. Так а, что? Да любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой. Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Что? Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас... 220, ты посмотри!
А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, и надо потренироваться как-то. Попроще что-то. Хорошо, можно? Попроще. Ты давал взятки. Я на! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности так кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, хорошо, я тебя прошу. Хорошо, обычно, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать, поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну это каждый дурак в Раде знает, ну. Ну что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно! Я тоже серьезно! Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? При чем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. 4 0? Нет. 4 единицы? Нет. 1 2 3 4? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов, спроси меня что-нибудь и про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна! Господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует, ну, Яна. Ну как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено. Но заказывают же. Яна. Ты заказывал проституток? Нет. Ой! А что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна! Ирина это член нашей партии. Ирина политическая проститутка. Ты лишал ее депутатской неприкосновенности, а? Прекрати, Яна! Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по 10-бальной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаш и попали в блендер, ваши действия. Яна, дай сюда телефон, да я его выброшу сейчас. Что ты нервничаешь, господи, да возьми ты выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как, если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим.
Нет, это не Ирина. Это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно Крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ариной? Ну-ка, дай сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Да... Что опять за звук? Что с этим аппаратом, я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Я опять что-то придумала. Действительно вопрос. Это кто прислал? Черт, это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О, судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя. Мам, ну, тест на честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигнёй заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допрос, и нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим, хороший мой. Говори, брал взятки! Можешь не отвечать, по твоей наглой морде вижу, что брал! Евгения Валерьевна, вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я! Мамочка, ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранишь, а? Пароли, явки, имена подельников, говори, кобель! Я не знаю! О, врёшь, скотина! Мама, спроси, кто такая Ирина? Кто такая Ирина? Я не знаю! Врёшь, скотина! Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо! Сейчас эта скотина утюг. Всё скажет. Не. Тяжело в учении, легко на нарах. Говори, скотина, брал взятки! Ай, больно! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и стекло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! 1, 2, 3, 4! Я знала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут Яна... Корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да пошли вы обе. И полиграф это тоже посол. И политика это пошла в зубу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам. Откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал... Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Дизель-шоу.
я же сказала, утепленные дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фуксия? Вы что, не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить все. Да, весь район. Все, у меня вторая линия. Алло, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос? Спасибо. Нет, его нет. Нет, он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я еще буду? Ну, сегодня до 7. А вообще? Ну ты же как суд решит. Ой, Егор Григорьевич, вы вернулись? Вернулись. Фу. Ну и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО. Еле отмазался. Фу. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там 2 раза в неделю туда будете ездить? Типун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я ж тебя взял 3-м замом в отдел культуры. Сама знаешь, за что. Какой из тебя губернатор? Где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на Бали. Заеб... А тебя что не арестовали? А мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А 2 завода? А турбаза? Во время ареста на мне ничего не было. Ну, как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Что это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошел? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором, а не он. Ничего себе. Ладно, разберемся потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антуан. Подожди, а где Таня? А я ее уволила. За что? А было за что. Приперлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просекко. У нас нет слова «нет». У нас есть слово «бегом принес мне водки!» Ё-моё. Сейчас мы разберемся. Ну-ка, сдрысни отседа. А, кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга? Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Что, педикюр Яне Викторовне? Тебе красит ногти директор Благоустриев? А что должен красить? Да что угодно, но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут еще занималась, пока меня не было? Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчиненные выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы еще Е-декларацию в Инстаграм выложила.
Я так и сделала. Да что? А вот Маша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на Бу. А из Бу даже перепост сделали. Черт подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? 8-е. Черт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает, я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? К ней на полгода вперед записываются. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые 3 года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала, Катя, мы-то здесь все обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Вот. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума? Ты как вообще собираешься бойцами управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие еще бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо! Так, что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерию или лично вам? Ой, да это... сюда! Что за счета? Так, 100 дубинок, 100 костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО «Секс-шоп»? Девочки сами выбирали. Ты дура, что ли? А чё вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменю. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой еще карнавал? Ну как же, бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках. Ну я же не для себя стараюсь. Так, черт с ними, с этими бойцыцами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да, козел редкостный. Меня не интересует твое отношение к мэру. Меня интересует, ты с ним встречалась? Да, я с ним встречалась 2 недели. А что так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встретиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормилец родной ты нас! Вот и ответ! Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла! Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на 1000 рабочих мест? Теперь у нас веганская область! Веганская область? Так, ладно, разберемся. Что-то еще? А еще! Еще она за правку! Да ладно! Так, все, я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку? Решили фонтан построить. Кто решил? Люди! Какие еще люди? Наши подписчики в Фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку? Если они сюда придут... А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила.
Как? Построили фонтан! Черт подери! О, господи! Подожди, ты сказал сегодня 8 число? 8 марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек, приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Леди Гага. За 3 миллиона долларов? Нет, конечно. За 2 900. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Виник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни. Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так-то? Егор Григорьевич, выпейте и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там аквариум! Вот. Фу, господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. Двадцать карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат! Там было 5 сомиков, 6 гупи и 8 меченосцев! О, господи! Ого. Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они были седыми! Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала все о нас. Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, она не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия. Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга. Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе. У нас будет свадьба. И на свадьбе у нас будет выступать Леди Гага, Винник, Монатик и Полякова. Ладно, без Поляковой. Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму. Там безопасней. Янчик, что? Что? Все нормально у тебя? Что? Яночка, что случилось-то, а? Не-не-не-не, ты подожди, это... У тебя все нормально? Все хорошо у тебя? Че у тебя все... Так, это... Подожди, стопэ, я сейчас там на работе был, это... Вышел в туалет на 5 минут, у меня 30 неотвеченных от тебя! Я схватаю трубку, звонить тебе, ты трубку поднимаешь, молчишь, только вздыхаешь и сразу же ее кладешь. Саша, живи своей обычной жизнью. В смысле обычной жизнью? Ты чего? Я прыгаю в машину, несусь, как угорелый, все правила нарушаю, звоню тебе, ты вообще трубку перестала брать? Конечно, тебе же работа важнее, чем жена. Стоп! У меня там очень важное совещание было. Я с него убежал к тебе, понимаешь? Да блин! Ё-моё, что я вообще здесь делаю? У меня там миллионная сделка! У тебя жена умирает, а у тебя сделка! В смысле? Подожди, как умирает?
Ты у врача была? Нет. У гадалки? Нет. А, в гороскопе вычитала? Ага. Пропустила серию «Крепостной»? Хуже. Что может быть хуже? Ты что, мне изменила, что ли? Да лучше б я тебе изменила. Что? Саша, мне в метро уступили место. И? И ты что, не понимаешь, что это значит? Это значит, что я старая! Да какая ты старая! Ну, может, и человеку понравилось, он уступил. Это был не человек, это была женщина. Ну, может, женщине надо было выходить на следующую станцию. Она надо мной всю дорогу висела. Может, она просто подумала, что ты беременна. Я еще и толстая! Господи, да какая ты толстая! Яна, ты молодая, вон, сколько тебе лет? Давай, давай, назови этот возраст Христа! Ладно, хорошо, я понял. Тебе просто надо отдохнуть. Хочешь, поедем с тобой на Сейшелы, Мальдивы, Бали. Куда хочешь, туда и поедем. Мне сейчас только одна дорога. В Морщин или Трусковец? Да не, ну в Трусковец нельзя, там сейчас других лечат. Ну, в смысле. Ты куда почёбгала, а? Пойду аптечку переберу. Мало ли. Да какая аптечка, Янчик? Ну что мне сделать, чтобы у тебя настроение поднялось? Скажи мне пин-код от твоей карты. Да сейчас. Будешь много знать, скоро составишь. Саша, вызови мне скорую. Какую скорую? Ты чего? Пусть мне давление померяют. Господи, ладно, я понял. Сейчас я тебя подниму давление естественным путем. А? Может, по писяшечке для настроения? Накапай валидольчика. Какой валидольчик, Яна? Ну, хочешь вечером в клуб сходим, вспомним молодость, так сказать. Оп-оп-оп. Я лучше в сберкассу пойду. Какая сберкасса? Ты чего? Что, что? Я коммуналку заплачу. Яна, мы коммуналку через интернет платим. А с людьми поговорить? А поссориться? Покричать на кого-то? Ладно, все, я понял. Давай выйдем на свежий воздух, погуляем по парку, так сказать, тряхнем стар... Ну, я имею в виду, как стартанем и будем ходить гулять по парку. Нет, 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 Саша, на улицу сейчас идти нельзя, там будет дождь, у меня вон все суставы покрутило уже. Ой, это капец. Саша, подержи. Вот, ничего уже не вижу. Все, где мои очки? Какие очки? Ты с ума сошла, что ли? У тебя не было очков. Потеряла. Все, память уже не та. Короче, Янчик, давай сейчас зайдем в Инстаграм, там у тебя миллион подписчиков. Просто сейчас устроим голосование. Красивая ты или нет? Старая ты или нет? А можно я пойду просто проголосую? Когда у нас там выборы какие-то? Да уже были. А вот только недавно были. А власть-то мне уже не нравится. Ты о чем сейчас думаешь вообще? При Брежневе лучше жили. Да, понятно. Просрали такую страну. Все, 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 Янчик, все, хорош. Я понял. Тебе надо пошопиться. Хочешь, купим тебе нижнее белье от Victoria's Secret? Не хочу. Хорошо, сумочку от Louis Vuitton? Не хочу. Туфли от Labutin? Не хочу. Что ты хочешь? Кравчучку от Кравчука. Я понял. Вот это ты лихо завернула, конечно. Молодец. Ладно, подарю я тебе этот 11-й iPhone. Внуки подарят. Да какие внуки? Ты с ума сошла, что ли?
Ты молодая, интересная. Тебе надо еще что творить. Ну, хочешь, я не знаю, пупок пробьем, татуировку сделаем тебе на спине, волосы фиолетовые покрасим. Саша! Не то, извини. Да. Хорошо, ну, пойди в этот свой салон красоты, сделай там пилинг, шмилинг, шугаринг. Что вы там постоянно делаете? Вот теперь я буду постоянно делать кардиограмму, электрофорез и анализы буду сдавать. Ой, кошмар. А кто тебе звонил? Это секретарша. Это малолетняя проститутка? Ничего, она не малолетняя. Ну, в смысле, короче... Она всего лишь младше тебя на пару лет. Ой, Саша, надо нам с тобой развестись. Чего это нам надо развестись? О, что-то так резко потянуло на концерт Олега Винника. А как же я туда старая и неразведенная пойду? Да, Яночка, вот ты пока еще моя жена. И я с тобой что хочу, то и делаю. А хочу я с тобой, знаешь, что сделать? Заняться с тобой сексом. Ах ты, извращенец! Секс со старухами! Знаешь, что, Саша, правильно говорить не секс, правильно говорить секс. А теперь мы с тобой будем смотреть новости ТСН. ТСН, ты вообще с ума сошла, что ли? Тебя спасать надо. Честно, вот реально спасать надо. Эй, соседи, а что у вас, дверь нараспашку, а? Привет. Привет. Ой, что-то у вас так песка понасыпано по всей хате. Это с меня. Чего? Это я зашел, не разулся, наследил. Ой, коньячок стоит. Что, соседушка, за старое взялся, да? А? Так, ты чего пришла? Что-то надо или просто ля-ля-ля-ля-ля? Ну, хотела спросить, помните ли вы про мой день рождения? Ну, конечно, помним. Когда он у тебя? Завтра. А. Ну, вы мне уже что-то выбрали там, подарок какой-то? Ну, выберем, что хочешь. Ну, мне все равно что, главное, чтобы выбирала Янка, что-то молодежное. Молодежное? Потому что мне мои на работе, прикинь, тонометр подарили. А я что, еще молодая, мне всего-то 36. Присаживайтесь, Виктория Сергеевна. Что это с ней, а? Ой, Викочка, спасибо, что возвращаешь меня к жизни. Ты самая лучшая соседка в мире. Ну я ж не просто соседка, я ж твоя старая подруга. Ключевое слово «старая». Так, все, я еще на совещание успеваю. Все, давайте.